повторим, что-то у вас останется, у нас усилия. Сверху отсюда есть такие усилия, есть усилия, диагональные усилия, есть усилия сюда вниз, а вот какие мы еще брали снизу, раскрывающие усилия, вот диагональные усилия, а вот, да, вот этот. Вот. И теперь смотрите, собственно, мы фрагменты входа и работы с партнером кратковременные посмотрели. В классическом туй-шоу мы нарабатываем в течение какой-то траектории разные ситуации. Посмотрите, сейчас двойные толкающие руки, мы крутим, крутим, у меня все время то такая одна сверху, другая снизу, то две снизу, то две сверху. И получается, в туй-шоу мы имеем возможность рассмотреть при контакте разные варианты встреч наших рук. Естественно, что в поединке свободном никто долго крутить не будет, поэтому можно рассматривать это как подводящее упражнение к ситуациям клинча, где могу касание руки мгновенно что-то применять. Но тем не менее, как методика, очень полезная вещь, потому что вы слышите центр тяжести, учитесь воздействовать на него, учитесь открывать какие-то дырки, нащупывать, слышать партнера кинестетически. Кинестетика, да. И вот посмотрите, мы сейчас будем делать толкающие руки. Я почему с них не начал, потому что требуется время, чтобы разучить. Но мы все равно будем пробовать. И вот эти усилия понемножку буду мягенько накидывать, прощупывать. Вот. Вначале это все на месте делается. Кручу, сейчас отсюда пощупал, прокрутил, вот это прощупал. Это прощупал. Вот это гоу-ва мы пока не делали, и не делали еще круговые вращательные движения, когда все. Вот такие. То есть диагональные, крутим, крутим, отсюда, отсюда. То есть по ходу вот этих теперь шагами вещей я могу мягенько все это пощупал отсюда. И все время как бы моделирую, где я могу атаковать, куда я могу зайти. Прощупываю, где дырки, где, как он хорошо стоит здесь, есть ли у него здесь сила, есть ли здесь сила. Вот. И если есть какая-то возможность, я пробую все это. Вот прощупывал, здесь могу зайти, показал. Значит, причем, видите, с контрольной рукой. Я смотрю, могу отвести, здесь могу зайти. Допустим, да? Вот здесь он заблокировал уже, остановился. Поэтому, если я встретил здесь усилие, что я могу сделать? Я могу сюда раскрутить, да, и использовать там, где у меня слабости нет. Что мы сейчас попробуем сделать? Сходу попробуем покрутить руками. Если не будет получаться, я более детально попробую показать. Просто смотрите, соединили руки и пробуем немножко так вращать между собой. Я поставлю сейчас опытных с не очень опытных, и будете проследовать. Пока ничего не делаем. Единственное, что вы все время даете усилия на центр. Я буду пальцем показывать. Или вот этим. Видите, на центр сила. Провернул. Есть сила на центр? Есть. То есть в любой ситуации, чтобы не просто сила, она вот так вот вращалась, а все время есть вектор. В любой точке всегда есть усилие на центр. Можно прямо вот так накидывать. Причем отступ. Видите? Отступ. От живота, от центра. Можно рассматривать это прямо как удар. Смотрите. Отсюда, снизу тоже, как удар. Как начальная фаза удара. То есть практически я занимаюсь в клинче ударной техникой. И смотрю, где я могу зайти, где нет, где мне подбита линия. Видно, да? И вся эта ударная техника, она идет отступ. То есть мы чисто ударной техникой занимаемся при таком вращении. Чтобы облегчить...